Всего на телефон горячей линии по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов поступило около 20 звонков. На вопросы жителей области отвечали заместитель губернатора, директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Нияз Юсупов и генеральный директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области Александр Медведев. На мероприятии также присутствовали представители администрации города. Телефон в пресс-центре правительства области не умолкал ни на минуту. Люди интересовались, когда в их домах будет проведен капитальный ремонт, есть ли какие-то льготы для пенсионеров старше 80 лет и ветеранов по уплате взносов, а также по вопросам кредитования ремонта. Как показывает практика, идет горячая линия, да, вот мы определили ремонт у капремонта. Но задают и другие попутные вопросы. Все, что касается жилищно-коммунального комплекса, где мы знаем с вами вопросов и проблем очень много, и которые в ежедневном режиме, в постоянном режиме, в системном режиме необходимо решать. Во время горячей линии участники рассказали об основных положениях региональной программы, например, о минимальном размере взноса на капремонт. Он в Заурале составляет 6 рублей 97 копеек с квадратного метра. Также разъяснили порядок работы с должниками. С них взыскивают деньги в судебном порядке, они платят пени за просрочку и должны возместить затраты за судебные издержки, понесенные фондом капремонта. Все заявители обязательно получат свой ответ и помощь, обещают в правительстве. Павел Финников, Юлия Пастухова, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».